Регби в Монине – любимая игра. Здесь действует самый титулованный в стране клуб регби ВВА Подмосковье. Он был создан в 1967 году при Военно-воздушной академии имени Гагарина по инициативе ее начальника маршала авиации, героя Советского Союза Степана Красовского. С первых дней и по настоящее время, заняв лидирующие позиции в соревнованиях, ВВА Подмосковье уверенно входит в тройку сильнейших регбийных команд. Его спортсмены составляют основу сборной страны. За свою историю клуб 17 раз становился чемпионом Советского Союза и России. Праздничные мероприятия, посвященные 55-летию создания клуба регби ВВА Подмосковье, прошли в минувшую субботу на стадионе в поселке Монино. Их организовали по инициативе руководства клуба ВВА Подмосковье и молодежного спортивно-патриотического центра «Крылья». На торжества пригласили детские команды из соседних муниципалитетов. Пригласили команды с Одинцова, с Королева, также наша команда из Монина присутствует непосредственно. Все это делается для развития массового регби, для привлечения мальчишек и девчонок в этот замечательный вид спорта, который для Монина и в целом для Щелковского района является одним из основных видов спорта. Регби – это очень серьезный вид спорта, который вот действительно помогает и парням, и девушкам и познать себя, и физически развиваться, и команды действий они сплачивают, и ребят, и девчат. На турнире по регби в финальной игре встречались 12-летние ребята из Монина и из Королева. Игра была по-настоящему захватывающей. Первая 10-минутка закончилась с равным счетом, но во втором тайме монинцам удалось вырвать победу. Все были взволнованы очень сильно, все хотели выиграть первое место. Потом мы были сильнее, мы выиграли. И с каким счетом? 25-20. В празднике участвовали и спортсмены-любители. На поле выходили москвичи из команд «Локомотив» и «Фили», а также монинцы. Среди них были регбисты, которые в прошлом играли за основной состав ВВА Подмосковья. Регби – это, в принципе, сама и есть жизнь. Все, кто играет, там играет уже по 20, по 30 лет. То есть вся команда это прошла Монинскую школу. Играли там с 10, с 15 лет. Кто-то уходил. Я там лет 20 не играл, вернулся обратно. Потому что без этого, в принципе, мы не можем. В эту игру играем. В эти дни игроки из основного состава ВВА Подмосковья тоже отметили 55-летие своей команды. У них была полуфинальная игра в турнире «Пари Кубка России» в Красноярске с постоянным соперником за победу – командой «Красный Яр». Монинцы сумели в тяжелейшем матче вырвать победу и вышли в финал российского первенства. Поздравляем! Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.